Проблема загрязнения воздуха в селе Южный Урал обострилась летом 2021 года. Чтобы ее решить, Росводоканал Оренбург построит на очистных сооружениях канализации цех механического обезвоживания. Конечным продуктом стадии мехобезвоживания станет кек, обезвоженный и обработанный реагентами. Кондиционированный продукт составит лишь 1/10 часть от объема, поступающего в настоящее время. Кек будет размещаться на специальных площадках стабилизации, строительство которых запланировано на территории иловых карт в первой очереди. То есть новый вид отходов Росводоканал планирует складировать на тех же иловых полях, что и раньше. Хотя сначала их договоренности с жителями Южного Урала были другими, заявляют Георгий Василевский и Дмитрий Садов. Отходы, которые будут получаться из цеха СМО, будут обратно складироваться на иловых полях. А должно было по договоренности с губернатором, в том числе там присутствовал гендиректор водоканала Михальков, отходы должны вывозиться на полигоны ТБО, твердых бытовых отходов. Отметим, что аналогичная экологическая ситуация несколько лет назад возникала в Воронеже. Члены инициативной группы Южного Урала ездили туда, чтобы пообщаться с жителями и посетить цех мехобезвоживания. Мы не просто так ездили в Воронеж. Мы специально ездили для того, чтобы пообщаться с жителями, которые живут в прилегающих районах рядом с цехом перерабатывающих. Так у них проблема там не была решена, пока отходы у них продолжали складироваться на иловых полях. Когда закрыли иловые поля в Воронеже, тогда проблема с запахом у них исчезла. Нам здесь хотят сделать такие же полумеры. Вот как в других городах они хранятся на полигонах ТБО, якобы наш полигон ТБО не имеет лицензии на принятие такого отхода. Вот в связи с этим у нас тоже возникает вопрос. То есть свалка не может принять такой отход, а хранить его вблизи жилых массивов можно. Для этого должен быть отдельный полигон, где должна быть мембранная защита именно грунтовых вод и почвы. И должно быть определенные требования с покрытием, со снятием плодородного слоя. Здесь мы говорим уже о химических, биологических загрязнениях. Также эколог Олег Борисов напомнил, что складирование любых отходов на иловых полях вблизи Южного Урала убивает местную экологию. То есть речь идет не только о загрязнении воздуха, но и пагубном влиянии на почву и грунтовые воды. Но в Оренбург-Водоканале так не считают. Александр Кацун, Олег Берендеев, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ.